А к Константину Райкину однажды перед юбилеем пришла журналистка из глянцевого журнала. Ну, с первых вопросов стало ясно, что она готова к чему угодно, но только не к интервью. И в художественном руководителе Сатириконов взыграла педагогическая жилка. Он попросил ее сначала посмотреть спектакли театра, почитать прессу, как-то подготовиться. Через месяц она пришла снова. Ну вот, теперь я во всеоружии. Константин, как вас по отчеству?